Из этого выпуска вы узнаете о мощной смеси из моркови, яблок, меда и грецких орехов, и как она омолаживающе действует на организм. Это сочетание обладает восстанавливающим, укрепляющим и тонизирующим действием, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, зрение, память и не только. Рассмотрим, чем хорош каждый ингредиент и кому стоит воздержаться. Морковь. Яркий цвет овощу придает каротиноиды. Эти мощные антиоксиданты, противостоящие вредоносным свободным радикалам, компонентам окислительного стресса. Поэтому они предохраняют от сердечно-сосудистых болезней, онкологии и старения, а также повышают остроту зрения. Польза моркови при расстройствах сумеречного зрения общеизвестна. Каротины в сочетании с ксантином и лютеином предупреждают возрастную дегенерацию сетчатки. Свежая морковь хороша, но и приготовленная не теряет ценности. Она содержит также целый набор витаминов и микроэлементов. Однако вышесказанное не значит, что морковью можно лакомиться неограниченно, ведь печень не сможет переработать избыток каротина, и он будет откладываться в коже, делая ее желтой. Яблоки. Яблочные пектины прекрасно очищают организм от токсинов, выводят радионуклиды, впитывают плохой холестерин. Кроме клетчатки, регулирующей работу кишечника, яблоки содержат каротиноиды, аскорбиновую кислоту, фолиевую кислоту и железо. Вот почему они известны как одно из лучших профилактических средств против гиповитаминоза, малокровия, атеросклероза, легочных и простудных заболеваний. Они подходят людям с лишним весом, так как малокалорийны. Большое количество пищевых волокон помогает надолго сохранять чувство сытости. Особенно полезны кислые яблоки с самым высоким содержанием витамина С. Он отвечает за синтез коллагена, белка, без которого невозможны упругость и молодость кожи, хорошее состояние связок и суставов. В народе говорят, что одно яблоко в день помогает от 7 болезней. Мед. Этот продукт известен целительными свойствами и с успехом применяется не только в народной, но и в традиционной медицине. Мед способствует укреплению иммунной системы, восстановлению сил, заживлению ранок. В его состав входят углеводы и биологически активные вещества, витамины и минералы. Он легко усваивается и не повреждает зубную эмаль, в отличие от сахара. Мед снижает тревожность и нормализует сон. Мед замечательно дополняет лечение вирусных инфекций. Кроме противовирусных, он обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Говоря о полезных свойствах меда, нельзя не упомянуть и о ряде минусов. Продукт относится к потенциально аллергенным и противопоказан при аллергии на продукты пчеловодства. Он способен спровоцировать тяжелые реакции. Всегда нужно убедиться в его хорошей переносимости. Не следует забывать о высокой калорийности – 328 килокалорий на 100 грамм. При диабете мед можно употреблять, лишь посоветовавшись с врачом – не более 2 чайных ложек в день. Грецкие орехи – ценнейший и питательный продукт. Орехи богаты ненасыщенными жирными кислотами, известными как омега-3 кислоты. В грецких орехах содержится альфа-линоленовая кислота, которая предохраняет от сердечного приступа, инсульта и инфаркта, не допуская образования жирных бляшек и тромбов в сосудах. Действие жирных кислот приводит к возрастанию в крови уровня хорошего холестерина, повышается эластичность стенок сосудов и кровообращение. Жирорастворимые витамины А и Е также поддерживают сосуды в отличном состоянии. Благодаря этому улучшается работа мозга и зрения. В грецких орехах содержится много цинка и йода, поэтому употребление грецких орехов стимулирует работу иммунной и эндокринной систем, половых желез, щитовидной железы. Содержащийся в них мелатонин помогает наладить сон. К сожалению, ореховая аллергия встречается примерно у 2% людей, и это важно учитывать. Их следует употреблять в меру из-за высокой калорийности – 654 килокалории на 100 грамм продукта. Каждый по отдельности компонент невероятно полезен, но все вместе – это просто витаминный и антиоксидантный клад. Как приготовить смесь для оздоровления и омоложения?
Для рецепта потребуются 2 крупных морковки, 1 яблоко, 50 граммов грецких орехов, 1 столовая ложка натурального меда. Морковь и яблоко должны быть без гнили, трещин и пятен. Их необходимо очистить и натереть на мелкой терке. Полученную массу выложить в стерилизованную банку. Орехи измельчить, добавить к морковно-яблочной смеси, добавить мед. Тщательно перемешать, плотно закрыть банку крышкой и поставить в холодильник. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Курс составляет 3 месяца. Этот состав, компоненты которого усиливают действие друг друга, включает доступные повседневные продукты. Смесь очень полезна для глаз, очищает организм от токсинов, хорошо восстанавливает здоровье при астении и малокровии. Она улучшает пищеварение и нормализует минеральный обмен, повышает выносливость и трудоспособность, устраняет утомляемость. Состав препятствует атеросклерозу и старению, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. За счет йода нормализуется функция щитовидной железы. Это особенно важно для проживающих в районах зобной эндемии, то есть с недостатком йода. Смесь обладает легким мочегонным эффектом и противодействует застою и отекам, в том числе сердечного происхождения, геморрою, варикозному расширению вен. Улучшается выведение солей мочевой кислоты, что предупреждает подагру. Нормализуется артериальное давление. Улучшается память, когнитивные, познавательные функции. Это важно для профилактики болезни Альцгеймера. Смесь показана при вирусных и простудных заболеваниях, туберкулезе как дополнение к терапии. Найти эти продукты нетрудно, к тому же это не ударит по бюджету. Из них можно также приготовить вкусный салат, который станет десертом из разряда правильного питания. Натертую на крупной терке морковь и яблоки сбрызгивают лимонным соком, чтобы они не потемнели. А заправить такое блюдо можно небольшим количеством оливкового масла. Возможен и такой вариант. Очистить 2 моркови и 1 яблоко. Натереть на мелкой терке, добавить 100 грамм измельченных грецких орехов, залить 0,5 литров меда, перемешать и хранить в холодильнике в плотно закрытом виде. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день. Если добавить изюм, курагу и лимон, это будет особенно хорошо при атеросклерозе, повышенном давлении и сердечных болезнях, так как сухофрукты содержат большое количество калия. Состав также укрепит иммунитет в сезон простуд. Ингредиенты. 1 лимон, 500 грамм моркови, это примерно 4 штуки, 30 грамм грецких орехов, 500 грамм яблок, это примерно 2-3 штуки, 250 грамм кураги, 150 грамм изюма, 3 неполные столовые ложки меда. Морковь и яблоки натереть на мелкой терке, орехи измельчить, лимон очистить от кожуры. Пропустить вместе с изюмом и курагой через мясорубку. Сложить все вместе, смешать, добавить мед и снова тщательно перемешать. Принимают по 1-2 столовых ложки 3 раза в день. Однако нельзя чересчур увлекаться, а также следует исключить состав при заболеваниях печени, сахарном диабете, язвенной болезни, гастрите, энтерите, болезнях кожи аллергического происхождения, экземе и нейродермите. Из-за вероятных аллергических реакций надо начинать с минимальных количеств, постепенно их повышая, и ни в коем случае не превышать рекомендованные дозы. Улучшайте качество своей жизни и будьте здоровы! Если это видео было полезным, то делитесь им с друзьями, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео!